Здравствуйте, меня зовут Ира Ливанчук, и я живу в деревне. Сегодня 30 апреля, и мы с Василисой уже, наверное, третий раз пошли гулять. Потихонечку я ее все равно подолгу не пускаю, чтобы она гуляла, ну, чтобы так размяла копыта свои. А травку она понемножку ест, щипит совсем понемножку. Знает, наверное, что много нельзя наедаться. Ей остался один месяц ходить. 30 мая она должна окатиться. Но ходит уже тяжеловато, потому что она, даже когда я ее покрывала, она уже была толстенькая. В общем, растолстела. Не скажу, что прям сильно ее кормлю. Зерна прям немножко даю, потому что она молока давала немного. Поэтому зерна немного надо давать в это время. Вася такая смотрит на новый дом и думает, что это такое? Что это такое построили? Что это я ничего не узнаю такое? Ой, тык-тик. Что это такое за чудо? А? Что это такое построили? Иди покушай вон немножко. Ой, смотрите, что от строителей, какой мусор. Маленько поешь, погуляй на солнышке. Пакеты эти. Все семейство в сборе. Маргоша там охраняет. Ты мои. Это не мой. Котик. Иди что-нибудь поешь. Что такое у меня стоишь? Иди, моя золотая, иди что-нибудь поешь. Пойдем подальше сходим, если тебе тут не нравится. Смотри, тут вообще все сухо. Зеленого ничего нет. Вот этот вот перед соседским участком. Но это им не принадлежит, конечно. Но все равно вот они, у них тут были такие заросли. Ну что? Нюхает. Опять пошла туда. Пусть, ладно, привыкает, нюхает. Пусть. Иди, иди, моя золотая. Иди, может, что-нибудь найдешь покушать. Понравится, может, тебе. Пока ей нравится сено и зерно. И ветки. Ой, ветки, кора. Это ее любимая пища. Вон, смотри. Ты же любишь вот эти вот лопухи, когда вылазят. Ну, смотри, сколько можно. Вот что-то она... Эти у нее козлята туда-сюда перешевелится. Наверное, она вся изгибается. Надо послушать, кстати, козлят. Давно не слушала. Месяц назад слушала. Но так она ничего. Я не скажу, что прямо бодрячком, но... Он дышит тяжело. Ну, ест. Если бы там с козлятами что-то было, она бы не ела. Ест. Молчаливая такая. Молчит все время. Об меня трется. Скучно, конечно, и тоскливо, но... Ну, вот родит, будет козлята. Оставим какого-нибудь одного. Пусть нянчится. Пусть выкармливает. Девочку какую-нибудь оставим. Потом продадим подороже. Козлов оставлять невыгодно. Их все равно не покупают. Пошла красавица. Гулять. Пусть гуляет. Тогда пошли обратно. Пойдем. Нет? Пойдем. Сейчас мусор полетел. Сейчас к нам в ограду залетит.
Что это Аиша, когда меня стоит? Боится что-то, что ли? А, пошли, вон, я нашла цветочки. Пойдем, пойдем. Нет, не бойся, не беги никуда. Не беги. Тихонько иди. Да что такое? Чистила. О, вон, я нашла цветочки. Пошли. В прошлом году они ели. Василиса и Мася. Цветочки. Вот и мать и мачеха. Давай, ешь. Вот, ешь. Вот, ешь. Золотая, ешь. Вот, цветочки. Вот. Давай, давай, моя золотая. Ну что, боится. В общем, она. Боится что-то. Писюл котик. Лёлик пришел ко мне, к нам в гости с Василисой. Кто такой? Кто мой золотинка? А? Кто такой золотинка мой? Золотинка пришел. Ну все. Аппетит появляется во время еды, да? Асик. А ты что? Давай тоже ешь цветочки. Не хочешь? Ешьте сами, скажи, ваши эти цветочки. Ну все. Ну все. Васька распробовала. Много не надо. Минут 15 и домой. Все, Юлик. Посмотрите, я на клещей сегодня надо. В этом году еще не приносил, слава богу. Молодец. Мягкая, конечно. Чуть-чуть черенки отломила, потому что... Ой, давай подойдем поближе, чтобы не давила. Ой, как она любит ветки. Она, конечно, видите, она прям деревяшку кусает. Не кору даже, а деревяшку. Меня, пожалуйста, вот я и побежал. Вот еще почки есть, смотри. Плохие. Васи погуляли, я села тут на стульчике, вот, сижу на стульчике, аккуратненько, здесь у меня мешок с опилками, здесь я всякие инструменты, и здесь я вот рыхлю, убираю мусор, немножко прокладываю опилки, чтобы не сильно росло под камушками, чтобы пореже с ними возиться, вот. Вот хочу вам показать такой цветочек. Это в прошлом году мы с Вадимом принесли из леса.
Я про него забыла, естественно. Он вот растет себе и цветет. Желтенькие такие дикие крокусы. Красивые такие вообще. Просто вообще. Ну вот. Ну тут у меня цветет, конечно, все. Вот. Мышиный гиацинт. Крокусы какие. Вот этот вот мало на Х называется. В прошлом году была полянка. Ну ничего. Что там раскричалось? А? Ну все, я сделала. Я устала. Я 2 часа тут ковырялась. Немножко с краю. С этого нет, потому что потом завтра, возможно, мы прогребем вот этот вот участок. Где-то что-то подрезала. Вот, а его подрезала. Что-то прилетел уже мусор какой-то. Ну вот. Будет красиво, когда травка дойдет. Вот это я соберу завтра и курам отдам. С корешочками. Мне кажется, я хотела сначала колышки и подвязать, но мне кажется, неплохо выглядит крыжовник. И второй. Хочу поделиться вам новостью хорошей. Давно уже надо было поделиться. Так, это у меня амерауканы. Что это такое? А, травку я им бросала. Вот. У меня у амеруканов каждый день 2 яичка. Это значит, занеслась старушка какая-то. Каждый день уже неделю. Да вот одно большое. Ну, это большое считается. Вот одно маленькое. Иногда 2 больших. Ну, мне кажется, что надо, конечно, попробовать пощупать, кто несется. Ну, кто-то несется. Класс. Цыпок сегодня забирает у меня 1 мая. Вчера выставила объявление в группах, что-то все помолчали. А на Авито выставила прям ночью в 12 часов. Сегодня с утра как начали звонить. Выставила я их по 150 рублей им неделя. И сказала, что сегодня по 150 1 мая, а потом 7 рублей корма день. И у меня начали звонить очень много людей. И самому первому я сказала, приезжайте, забирайте, если приедете, заберете. Написала. А она молчит. Молчала целый час. Я этим ничего не отвечаю. И потом прошел час, я удалила все сообщения, которые написала. И второй, которая по очереди мне написала, что она хочет купить. Я сказала, приедете к 12, я вам продам. А так вообще люди звонят и спрашивают. Так что вот сейчас в 12 я жду за цыпками. А мирокошек вот этих сереньких уберу оттуда. Положу к хохлатам. У меня скоро будут выводиться какого числа? 4, 5, 6, 15 заложила. Надо посчитать. Будут выводиться, если выведутся мараны. Посмотрим. Надеюсь очень, что кто-нибудь выведется. Вот мои теплятки поехали. Что такое? Зенокаканы. Холюшки мои. Куда вас? Не любит эта красавица гулять. При прыжку со своим животищем. Животиной. Вась, я-то здесь. Пошла-то. Ускакала, домой пошла. Фу. Я ей веток несу за ней. Эти вербы. Вербы настригла. Ой, не хочет гулять. Но все равно прогулялись хорошо. Траву есть не хочет, только ветки хочет есть. Немножко кустиков погрызла. Вась, хоть цветочков поешь. На. А? Все кого-то боится. Пошла. Домой. Ох, сейчас зацепится веревкой за что-нибудь. Ну.
сюда я ее вела, конечно. Рядом со мной она идет. Я ее даже не за веревку, а за ошейник и рядышком. Как собака говорит, ты говоришь рядом, она идет рядом. Ну давай, здесь сможешь перейти? А? Пойдем, вот дорожка хорошая. Или там пойдем вокруг? Ну пошли вокруг. Пошли, золотая. Пойдем по дорожке. Пойдем, пойдем. Вот у нас тут дорога есть. Пошли. Васька. Вот сюда иди, пока она вам не надо. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, молодец. Ладно, перепрыгнула. И то хорошо. Пошли, вот у нее выничка еще. Маленькая, хотя чуть побольше, чем было совсем. Когда она только запустилась. Там тряпочка растрела. Куда пойдешь? Домой пойдешь? Пойдем, гуляем. Давай я тебе сюда положу, чтобы туда не таскать. Давай. Ты здесь кушай. Вот давай. Здесь кушай, давай. На. Вася, Вася, здесь кушай. Давай. Марго, фу. Иди, место. Место иди. Место иди. Не пугай. Она беременна, ты их пугаешь. Нельзя. Ох, ты кашу не ешь. Вечером мясо не получишь, поняла? Все. Ляля моя. Марго, фу. Кушай, моя золотая, кушай. Крошечка моя. Ляля моя. Как я с ней так бережно, так бережно. Молодец, кушай. А я посижу здесь на крылечке. На крылечке посижу. С тобой. Ух, так вот хорошо, тепленько. Можно и на лавочке. Вот у нас тут скоро будут цветы висеть. Все скоро будет. А, сейчас вам покажу. Мне Вадим подарил цветы. Вчера я хотела высадить уже. Видите, тут не сильно. Так вот, видите, не крики. В горшочках. Надо посадить их на улицу. Пойдем, Вася? Или ты будешь еще есть? Стало стоит. Сегодня был спор у нас в группе. Под козой оставлять, не под козой. И, ну, я, например, мне все равно, люди хоть под козой оставляют, хоть не под козой. Мне вот все равно. Но они так категорически, сколько раз говорить, нельзя оставлять под козой, сколько раз потом мучения. Ну, если вы не оставляете под козой, не оставляйте. Вы, если хотите с бутылками 4 раза в день, там 3 раза в день бегать, ну, пожалуйста, бегайте. Но не надо так категорично. Мне какая разница, вы бегаете, я не бегаю, мне не нравится бегать. Мне нравится под козой оставить. Ой, не надо, не надо, Вася, это цветы. Это цветы. Пойдем, вот смотри, какая есть. Хорошая. Тихо-тихо-тихо. Вот сюда, смотри. Вот какая. Опа. Травка ешь. Так вот, перебежками мы. Я вчера вытащила виолки. А пошел снег. Видите, как они мне стоят. Мешками закрою. Должны замерзнуть. Вообще не показывают, что минус. Сейчас. Так, закрыла. Потому что там уже места нет у меня в теплице. Все рассаживаю же. Где моя золотая? Вон она. Видите, стоит. Вася, я тебя поменяла. Иди туда. Иди, заходи. Иди, заходи. Там все хорошо. Ой, надо заходить ее, показывать ей. А я, видите, с голыми ногами вышла. Видите, как я ее гуся домашняя. Пойдем, пойдем, пойдем. Нет, 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 нет. Ну-ка, все, видишь, как тебе сделала. Все. Ну, золотая, не выходи. Нафиг тебе надо замерзнуть-то. Всех заморозить. Все, кушай. Вот тут и ты в домике, да? Ляля моя. Ой, сейчас я навернусь. Ляля моя. Кушай. Все. Домики. Все, отправилась. Корм кормила. Морозники.
вчера был снег, сегодня уже зеленая травка. Вот так вот у нас уже такая полянка. Все зеленеет. А все, кому понравилось сегодняшнее видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь с друзьями, пишите всякие разные комментарии. Какая красота! Они потом поднимутся и будут вверх смотреть цветами, вот как этот. Будет очень красиво. Заходите почаще в гости.